Наш вольер выполнен по германским эскизам. Вольер является модульным, состоит из отдельных частей. Основная часть – передняя решетка. Ее модификация – это передняя решетка с калиткой, которую можно, в принципе, переместить в любое место передней части вольера. Значит, задняя сплошная часть и боковые части. Таким образом, вольер можно трансформировать из 6 квадратных метров в 8 квадратных метров и более. Также вольер можно дополнительно оснастить хозяйственным блоком, то есть перегородкой посередине и, соответственно, дополнительной калиткой в дополнительную секцию. Вольер разборный, удобен тем, что его собирая, сборка вольера проходит на месте, без сварки, без резки. Обшивка вольера выполнена из дерева хвойных пород, в частности лиственница, которая отличается своей долговечностью и прочностью. Лиственница не боится влаги. Толщина стенок вольера 2,5 сантиметра. Толщина пола 3,5. Доска вся шпунтованная, надежно закреплена в специальных металлических полозьях. Вольер также регулируется по высоте. У вольера в основании вольера стоят регулировочные ножки для того, чтобы выровнять вольер по уровню. Пол вольера расположен таким образом, что сам он находится под наклоном к выходу, что удобно для чистки вольера, можно помыть его со шланга. А также, если идет косой дождь и вода попадает в вольер, то она, соответственно, сразу же вытекает. Все металлические конструкции окрашены полимерно-порошковым покрытием, что обеспечивает его долговечность на многие годы. Крыша вольера выполнена из профлиста, но также окрашен в цвет вольера. Внутренние габариты вольера позволяют дополнительно оснастить его утепленной будкой двухсекционной для собаки. Тем самым собака будет находиться в комфортных условиях вольера.